Всем приветики. Смотрите, что у нас тут происходит. Димочка, что ты делаешь? Что ты делаешь, Дим? Иисусля. Лежит. Дим у нас стал папой сегодня. Наша игра в посудку перешла в воспитание детей. Да? Вот так мы тут играли, Дима вот тут создавал. А, варил компот. Кстати, а компот-то все варится тут. Пшшш, выкипает уже. Вот, и перешла одна. Говорит, давай покормим всех игрушек. Ну, давай. Собачку накормили. Динозавра, да? И потом вспомнили про Мишку. И Мишку... А что ты его как положил-то? Мишку вот мама закутала. Да. Осталось еще на улице его вытащить. Смотрите. Выгулить, да? А как? Нет, а как девочки вот играют? У них коляски. Они в коляску кладут свою куклу. Вывозят ее на коляске гулять. Я, кстати, один раз видел, как мальчик коляску вывозил вместе с Мишкой. Правда, мальчик был поменьше, года 2 или 3 ему было. Как у Мишка был мальчик? Ну нет, постарше. И я немножко постарше. Угу. И ты постарше. Ну ты же можешь на руках вынести Мишку на прогулку. Да. Да, мы можем еще этого Мишку и запаковать с тобой, да? У нас там же есть эти детские костюмчик, вон есть детский. Что они, кстати, висят, никто их даже не покупает. Давай запакуем костюмчиком Мишку. Давай запакуем. Да. Давай развязывай тогда. Давай. Не знаю, полезет ли на него. Тук, завязали мы. Давай раздевай его. Зря мы выкинули Диме на одежду, где он был маленький. Надо было шапку оставить для Мишки. Да, шапку. А у меня есть идея. Купим детскую шапку. Ага, придем с тобой в магазин, да, в детский отдел одежды для детей вместе с Мишкой, да, и скажем, вот нам нужна одежда для Мишки, да? Да. Да? Интересно, как на нас посмотрит продавщица. Скажет, вы что? Тогда уж проще купить куклу с одеждой. Да. Вот. Да, у него, скажи, вот рука прям большая, есть нога такая. Вот он прям классный, клевый такой. И мягенький. Только, конечно, его не искупаешь. Я почему? Ну, потому что он это, не такой. Ну, а тут вообще, он, смотри, какой огромный. Я. Тут больше гораздо Мишки. Ну, давай попробуем. Сейчас упакуем, покажем. Да. Так, запаковали. У него ноги где-то... А, вот тут у него ноги заканчиваются. Хорошо как раз. Не задует Мишки, да? Он что, кармашку нашел? Да. Еще где-то есть кармашка. Ну, в этом, кстати, Дима очень мало ходил. Это я чисто купила бэушный. Он там прям что-то за 300 рублей его отдавали. И хотела потом постирала, хотела перепродать подороже. Но так вот уже Диме 4 года... Он так вот уже года 2-3, наверное, так и висит у нас. Бери его на ручки. Вот все. Я что, был... ты его поднять не можешь, что ли? Вот такой был он. Давай, бери его. Ну, что у тебя голова там сваливается у него. Возьми его нормально. Сейчас он шлепнет. Во! Вот так ты с ним гулять пойдешь? Да, пойду гулять. Давай папе покажем. Давай покажем папе. Ну что тебе лошадь стоит перед самым прям входом? Ух ты. Ой, заряд худел. Ой. Смотри, что у нас. О, нарядили. Димин костюмчик. Да. А я помню, мы тебя надевали тоже такой. Да, вот я был вот такой маленький. Да, такой. Сейчас я сам вырос. Молодец, уже не поместишься, да. Уже не поместишься. Да. Что, папа с Мишкой погуляет? Да нет, я заряд. Папа не пойдет гулять с Мишкой? Нет, я просто тоже на вешалку. Да. На вешалку сходишь, повисишь? Да. Найдемся с Мишкой. Что вместе? Да, давай лучше вместе с Мишкой найдемся. Нарядимся? Да.
А ты что, не нарядный разве? Нет. Чего ты показал? Вставай. Ну, наряжайся. Что ты хочешь наряжаться-то? Давай. Ты курточку. Мишку давай. Курочку одел. Тебе Мишки, курочку. Что дальше? Дальше. Накормили. На, одел, поспать уложили. Положил. Я пока куда-нибудь положу. Ну нет, ну опять начинается. Куда ты ее сложил-то? Она же здесь лежала всегда. Где? Нет, она там не лежала. Там не лежала, всегда лежала. Ну что-то я не пойму. Ну все равно белья нет, а мне гантели надо доставать. Ну и достал бы, залез под нее. Да что ты, неудобно ему? Неудобно. Угу. Бесстыжий. А вот теперь это не вылезет куртки-то? Ну нет, не вылезет. Он же маленький, лялечка совсем еще. И так останется курточки. Угу. Так останется в курточке. Еще не хватает бутылочки с соской. Да. Ну, да? А это кто нарисован? Не знаю, что там нарисовано. Там тети, дяди какие-то нарисованы. А он болит.